Я вас приветствую, дорогие друзья. Посолуйте вас приятен. Значит, нахожусь в Бельцах. Значит, вот решил поэкспериментировать. Значит, и сделать остановку целиком из нержавейки. Потому что до сих пор использовался везде и в Бельцах, и во всей стране только черный металл. А эта остановка сделана полностью из нержавейки. Значит, она закопана. Значит, где-то уходит вниз сантиметров на 80. Там все заармировано, забетонировано, чтобы ничего не летало. Вот. Плюс проблема как бы лавок. Значит, здесь использовали декинг, то есть пластик, на который дается 50 лет гарантию. Значит, также, видите, сразу, значит, заварили снизу, чтобы кто-то не смог это открутить и утащить домой. Есть как бы слабое звено, значит, установлено стекло, каленое стекло толщиной 1 сантиметр, для того, чтобы ну, оно было максимально как бы прочным. Хотя будем стараться заменить это на пластик, так же, как и крышу, чтобы ну, вообще невозможно было разбить. Хотя оно как бы очень прочное. Значит, все на специальных креплениях вместе с резиновыми прокладками. Значит, придумал также, значит, вот водосточная система сверху, то есть все из нержавейки, чтобы нечего было шкурить, красить раз в несколько лет, потому что остановки, какой бы краской хорошей это бы не красили, оно бы все равно как бы облазит, да, либо горает на солнце. Это улица Конева, которую мы полностью отремонтировали в этом году, значит, в Бельцах на Баме. Вот это уже вторая остановка. Первая чуть поменьше на улице Конева, это вторая. Вот такие будем делать по всей стране. Вот. Как бы, что вы думаете по этому поводу, жду ваши ответы в комментариях. Я считаю, что было бы прикольно сделать такие методы от Бельцах, а по всей стране, чтобы были одинаковые качественные остановки. Примерно так.